всем давно знакомые шарики Ньютона. 324 заказа у данного продавца, 2,30 они у нас стоят. Здесь у нас есть разной формы. Вот есть, правда, здесь еще в Украину платная доставка. Сейчас откроем, посмотрим, как оно у нас выглядит. Но многие уже писали в комментариях о том, что оно не очень долго ходит со стороны в сторону. Посылка, кстати, увесистая. У нас когда-то была подобная штука, но у нас была вот эта арка из пластика, а уже шарики были металлические. Сейчас посмотрим, как будет выполнена здесь. Подставка. Пластик. Это увесистое, но пока непонятно. Это у нас тоже пластик. Ну, а шарики металлические. Так, все, что нам нужно сделать, это поместить все вот сюда. Оно у нас собрано заранее, чтобы вы тут не мучились, не пронизали эту леску. Давайте сначала проверим вот так. Ну, есть этот эффект. Да, оно недолго, но выполняет ту функцию, которая должна. В принципе, как некий антистресс на столе, вот знаете, наверное, даже, а вот если взять две, оно будет по две отбивать. А если взять две с одной стороны, а одну с другой, получается хаотика такая. Ну, честно, оно где-то прям так вот прям успокаивает, вот меня лично сейчас. Я не знаю, как это объяснить. В общем, давайте посмотрим еще поближе. Это у нас металлические шарики. Как вы уже поняли, пластиковая подставка, пластиковые ножки. У нас здесь обычная леска. Все, в принципе, аккуратно здесь закручено, завязано. Я не могу здесь никак покритиковать продавца. То есть то, что это пластик, как бы ничего не меняет. Нам надо, чтобы были металлические шарики, они у нас металлические. Вы наверняка увидели, что я все это время не до конца вставил вот эти вот ножки. Но если даже их вставляешь полностью до конца, то нет, ничего не меняется, она тоже останавливается. Если вот так это все расшатать, отпустить, то это еще дополнительный какой-то антистресс. То есть эта штука просто ездит с разные стороны. В общем, друзья, на этом все. Штука работает, то, что оно недолго бьется, оно, в принципе, наверное, так и должно. Хотя могу ошибаться. Все. На экране два ролика, подписка у вас в кругляше, ссылка на этот товар у того продавца, где я покупал, находится в описании. В принципе, стоит копейки, а так поиграться, в принципе, можно на рабочий стол поставить. Пока-пока.